И еще один очень горький и очень страшный призыв я хочу сейчас сделать. К сожалению, по всей Беларуси сейчас десятки пропавших людей. Это мы думаем, что их десятки, возможно, их сотни. Поэтому каждый человек, у которого пропали близкие, пришлите на канал Баста их данные, имя, фамилию, отчество, год рождения, приметы, в чем был одет, в каком городе пропал. Мы должны знать количество и масштаб тех преступлений, которые совершил лукашенковский режим. Мы должны составить список всех тех, кто пропал без вести, кто, возможно, сейчас жив, а, возможно, уже и нет. Мы знаем, что, возможно, их держат в заложниках, но мы должны знать, родные должны знать, где находятся их близкие. Один за всех и все за одного. Мы – сила. Мы сможем выстоять. Давайте поддерживать друг друга.